Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам хочу показать свое новое стихотворение, которое называется «Скорости». Жизнь действительно мчится на скорости, только успевай за ней. Итак, вчера был понедельник, с утра уже среда. Все дни так незаметно уходят, как вода. События похожи, как будто близнецы. О времени мы знаем, лишь глядя на часы. А время не снижает неутомимый ход. Оно без остановки, все движется вперед. Спасибо. Успевайте за временем, дамы и господа. Оно так быстротечно уходит. Не успеешь оглянуться, уже конец жизни. Успехов вам!